очень полезно, очень доступно, очень понятно. Я надеюсь, что эта вещь, он действительно станет такой частью хрестоматии. Великолепный семинар. Нашел все ответы на мои вопросы и под огромным впечатлением от вашего творчества и музыки, и пения. Когда я занимаюсь с учениками, первое, что я им объясняю, это как читать ритм. Гениально. Будем ходить на групповые занятия. Все супер. Мои впечатления о семинаре. Я считаю, что это очень познавательно, полезно. Заряд энергии, бодрости и всего остального, что сразу хочется прийти и начать играть. Главный совет для людей, которые хотят научиться играть на гитаре, это первое. Не убирайте гитару в шкаф и в чехол. И второе, держите ее все время рядом, а лучше в руках. То есть готовите на гитаре брень-брень, идете из комнаты в комнату на гитаре брень-брень, и тогда точно у вас все получится.